Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Хорев, и это канал «Футбол – это жизнь». Итак, сегодня у нас жеребьевка для турнира Cup of the Year 2017. Кубок года, который красиво завершит FIFA 17, и скоро мы перейдем на FIFA 18. Итак, вы спросите, почему именно я веду сегодня один эту жеребьевку? Потому что я являюсь сейчас лидером нашего рейтинга на нашем канале среди фиферов. Ну что ж, мы не такие сильные в FIFA, но все равно я выиграл предыдущий турнир. Святослав сыграл со мной в финале и проиграл. Что я говорю, вот он рейтинг сейчас на ваших экранах. Я на первом месте, у меня 18 очков, ни одного поражения в предыдущем турнире. На втором месте Святослав, у него 9 очков. На третьем месте Максим, у него 5 очков. На четвертом месте Полина, у нее 4 очка. И на пятом месте Юля, у нее один всего лишь балл, который она получила в предыдущем турнире. Но у нас какой-то небольшой апгрейд к этому турниру. У нас появился новый человек, и вы его видите сейчас на шестом месте. Это Никита. Никита не участвовал у нас ни в одном турнире. Даже мы еще ни разу не играли с ним. Вот будет как бы новая такая интрига. Смогу ли я завоевать второй трофей подряд? Ну или кто-нибудь еще. Итак, регламент нашего турнира таков. 6 человек, 6 команд. Команды — это ПСЖ, Ювентус, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Бавария и Зенит. Мы выбрали их по рейтингу в игре FIFA, как бы лучшие клубы из стран. На 6-6 клубов. Регламент такой. 2 группы по 3 человека выходят из группы по 2 человека. Плей-офф будет таков. Первое место первой группы против второго места второй группы. Также второе место первой группы против первого места второй группы. Группы уже готовы. Мы их сделали по рейтингу. В первой группе буду я, Максим и Юля. Во второй группе будут уже Святослав, Полина и Никита. Ну что же, у меня вот здесь вот находятся имена наших участников в этом турнире. А вот здесь в кастрюльке, как вы, может, помните, Кефира, он также это делал. Ну что же, давайте попробуем вытянуть. Давайте сначала лучше клуб, так мне кажется, интереснее будет. Итак, вот эта вот бумажка. Стоп. Так, и это у нас Санкт-Петербургский Зенит. Итак, сразу же вопрос, кому достанется Зенит? А ведь Зенит — это, получается, ну, в нашем турнире это самый худший клуб. Получается так. Итак, это... И это Никита. Вот так вот сразу получилось. Никита за Зенит. Сразу так. Но за Зенит тоже можно много что выиграть. Вот эта бумажка. И это у нас Бавария. Мюнхенская Бавария. И сейчас мы узнаем, кто получит Баварию. И это Святослав. Вот, Свят болельщик немецкого футбола. Для него это плюс. Может быть какой-то, вероятно, что досталось ему Бавария. Но он болеет не за Баварию, а за Боруссию Мюнхенгладбах. Поэтому этот команда Ман Юнайтед, друзья. Я бы хотел, естественно, сыграть за эту команду. Хоть я сейчас в футболке Челси, но все-таки для меня два топ-клуба Англии — это Челси и Ман Юнайтед. Итак, вот эта бумажка. Друзья, но это не могло быть совпадением. Наконец-то это свершилось. Мы должны были с ними встретиться. Ну что же, половина уже участников прошло. Остается у нас ПСЖ, Реал и Ювентус. Ну что же, и тем более Максим, и еще две девочки. Вот эта бумажка у нас. И это Мадридский Реал. Мадридский Реал — любимый клуб Максима в Испании. Мой любимый клуб — это Барселона. Ну и вот это давайте мы вытянем бумажку. Полина. Полина будет играть за Реал Мадрид. Ну что же, страсти накаляются. ПСЖ и Ювентус — вот эти две команды, которые остались. Возьмем мы вот эту бумажку. Итак,
Да, Ювентус. Итак, мы не будем обновлять составы, потому что, во-первых, еще не вышло обновление FIFA составом на данный момент, поэтому в PSG там не будет никакого Неймара. Составы будут такие, как и были в FIFA 17 по умолчанию, даже без зимних трансферов. Юля Ювентус, и получается Максим, ну вот бумажку вам достаю последнюю, PSG. И вот отсюда бумажка Максим. Ну что же, вот так все получилось. На ваших сейчас экранах первая группа. Это я, Манчестер Юнайтед, Максим, PSG. И у нас Юля, Ювентус. Вот так вот. Итак, вторая группа уже здесь. Здесь у нас уже Святослав, Бавария, потом Полина, Реал и Никита, Зенит. Ну что ж, друзья, хорошая жеребьевка, мне так кажется, получилась. Начнем мы ее уже, скорее всего, на этой неделе в концовочке. С вами был Андрей Хорев, канал «Футбол – это жизнь». Не забывайте подписываться на наш канал, поставьте лайк и оставьте лайки предыдущим видео, потому что на видео знакомства что-то мало лайков набралось, а мы вас просили чуть побольше. Если мы наберем определенное количество лайков под видео знакомства, выйдет быстрее, оно уже готово, это видео, наш первый челлендж на канале. Не забывайте также подписываться ВКонтакте, ссылка в описании. С вами был Андрей Хорев, удачи, друзья!